Святая Тереза посвятила свою жизнь воспитанию девочек-сирот, которых она называла маленькими пчелками. У нее был диабет, астма и рак. Но она очень помогла всем окружающим ей людям. Она умерла в 1947 году. Через 50 лет ее тело достали из могилы. Оно оказалось поразительно сохранившимся. В 1998 году эксперты покрыли ее кожу специальным прозрачным веществом, хотя она и так была целой. Ее кожа была розовой и упругой, и тело, казалось, не изменилось.